Приветствую вас, друзья, на канале «Есть вопрос», и сегодня у нас новая распаковочка. Если вы думаете, что будет какое-то интерактивное решение, то нет. Ведь к интерактивным решениям, например, набором к LEGO Education, нужно подготовиться, потому что там есть цветные элементы, которые нужно считать. А подготовить детей один очень интересный набор, который состоит из 700 элементов. 700 элементов. Итак, это мой любимый набор из серии скучных наборов, как я их называю, потому что они, по сути, ничего не интерактивного нет, а развивают просто какие-то там навыки. Ну, все ли так просто? Давайте я вас познакомлю с ним, и вы сами примете решение. Итак, набор счета-сортировка от компании IDX. На самом деле, я бы прошел мимо этого набора, если бы не моя супруга Евгения, которая, увидев этот набор в прямом эфире, когда у нас шла какая-то трансляция с одним из поставщиков, сказала: «Приобрети мне этот набор, он бомбический». Как можно дистанционно понять, что набор качественный, я не знаю, но я ей поверил, приобрел, и она дома мне все объяснила. Итак, сейчас распаковка, давайте посмотрим, с чем мы столкнулись, что я впервые увидел, и насколько это действительно круто. Готовы? Погнали! Итак, друзья, давайте посмотрим содержимое данной коробки. 700 элементов, напоминаю, и это меня, когда я плачу деньги, очень возбуждает, помимо других прелестей жизни. Итак, что же мы видим внутри? Давайте буду открывать и рассказывать, что вижу. Вижу первым и самое важное, что мне бросается в глаза, это карточки. Карточки на английском языке. Не спешите расстраиваться, начинаем листать. Английский, английский, английский язык. Английский, английский, английский язык. И до какого-то момента идет английский язык и потом переходит в русский. На самом деле, поскольку локализация набора производится в России, то английские инструкции просто не изымаются. Ну, зачем их выбрасывать, если вы ими можете воспользоваться? Вы же можете еще и язык подучить здесь. Дополнительно у нас есть еще мини-методичка, руководство к учебной деятельности. Да, и тут по ролям все расписано, кто что делает. И смотрим, что дальше. Дальше у нас есть вот такие три вертушечки спиннера, как хотите называйте. Это выбор количества, вот так мы его вращаем. Здесь выбор цвета и выбор форм геометрической фигуры. Так, давайте смотреть далее, что у нас есть. Чашки для сортировки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждая чашка своего цвета. И мы с вами прикидываем, чашки разного цвета может один ребенок заниматься, а может шестеро сортировать свои фигуры нужного цвета. Классно? Классно, групповая деятельность пошла. Понимаем, что деньги уже не зря потратить. И дальше сами элементы. Вот. Набор этот не вскрывался, вы видите, как он придет к вам. Это важно. Элементы показываю, из чего сделаны. Смотрите, яркие, красивые животные, в данном случае, они сделаны из каучука. Я надеюсь, вам это понятно. Вот трогать эти элементы одно удовольствие. Давайте смотреть по тематикам. Животные, динозавры разных цветов, транспорт. Мальчики оценят, а девочки оценят у нас недостаток витаминов в виде фруктов и ягод. Дальше счетный материал. Да, счетный материал другой формы, то есть у нас здесь монетки были, а здесь такие более крупные фигуры. Логопеды оценят, да, и другие педагоги. Это кольца, насекомые и танграммы, мини такие. Очень здорово, очень классно. А еще есть вот такой кубик. Самое важное, что здесь у нас есть с вами лоток для сортировки. Поскольку сама система подразумевается, что вы ее храните именно вот в таком виде, да, помещая все в эти, на свои места в лотке, то получается, что все у нас здорово, то есть в минимально удобной комплектации у нас все есть. Дальше вы уже придумаете, может, этот лоток засунете в какой-нибудь ящик, и там будете хранить, а коробку уже уберете, потому что она много места занимает. В принципе, друзья,
Содержимое достаточно интересное и классное. Давайте сейчас, мы ведь с вами практики, попробуем позаниматься с этим набором и посмотрим, какие форматы игр он нам предоставляет. Давайте начнем. Итак, друзья, первая игра – это чаша с фруктами. Нам рекомендуют в чашу оранжевого цвета поместить то же количество яблок, в данном случае, какое нарисовано на картинке. Давайте посмотрим. Мы с вами взрослые люди, знаем, что это 6. Дети этого не знают. Соответственно, можно сделать таким образом. Берем, во-первых, из пакета с фруктами только яблоки. Делаем их 1, 2, 3. Мы считать учимся. 4, 5, 6. Помещаем в чашу оранжевого цвета. Детки это будут делать какое-то время. И дальше. Из фруктов, из набора составить чашу, мы это сделали. Сделайте на одну меньше. Мы понимаем, это основа, да, математических исчислений простейших. На одну меньше, это вот вычитание, да, и на один больше. В данном случае мы понимаем, что у нас нужно найти яблочко, если оно есть, да, и добавить его в чашу. Ну, я, чтобы ваше время не тратить, добавлю просто виноградик. Соответственно, если это групповая деятельность, а другие дети работают с другими объектами, которых большое количество, напоминаю, 700 элементов, вот, входит в состав набора. Итак, первая игра вот такая. Очень интересно, очень доступно. Идем дальше, смотрим. Итак, друзья, для следующей игры нам понадобится новая карточка. Нам говорят, что необходимо для каждого самолетика сделать свой маршрут. Тут, соответственно, мы выбираем цвет самолетика, изучаем три цвета. Далее мы смотрим соответствие цвета самолетика, да, и количество элементов трассы, которые мы должны сюда сложить. Начинаем выполнять задание. Для этого нам понадобится самолетик красного цвета. Поставили и делаем ему трассу, которая будет состоять из оранжевого квадратика, следующего оранжевого квадратика, снова оранжевого квадратика, опять оранжевого квадратика и так далее. Таким образом, у нас получилась цифра 6. Здесь мы можем уже сопоставлением заниматься. Далее смотрим для зеленого самолетика. Зачем? Я его почему забыл взять? Мы берем далее, переворачиваем элементы, переворачиваем, да, и снова переворачиваем. И берем оранжевый самолет. И начинаем снова составлять эту трассу. Очень увлекательное занятие. Друзья, обратите внимание, что все, что вы должны говорить детям во время выполнения занятия, нанесено на карточку. Вам не надо ничего самостоятельно придумывать, поэтому все у вас пройдет легко и весело. Сопоставление вот этих самолетиков, да, длине трасс, которые, собственно, мы с вами строили, это очень интересно. Обратите внимание, что в верхнем у меня 6, 1, 2, 3, 4, 5 элементов, да? Но при этом внизу у зеленого самолета трасса состоит из 4 элементов. Но при этом трасса длиннее, если мы начнем ее сравнивать в лоб. Это тоже, это простейшие меры, которые мы можем объяснять детям. Давайте посмотрим следующую игру. Я думаю, что она вам тоже понравится. Итак, друзья, давайте поработаем с геометрическими фигурами. У нас есть вот такая фигура желтого цвета. И мы сейчас узнаем, сколько треугольников нам необходимо, чтобы ее заполнить. Берем треугольники, помещаем, начинаем заполнять. Их нужно правильно разместить. Обращаю ваше внимание, что это должно как-то у меня еще и получиться. Кто-то из вас скажет сейчас: ага, тебе не хватило элементов, чтобы заполнить всю фигуру. На самом деле нет. На самом деле, если я сделаю вот так, хоп, то мы увидим, что у меня вся фигура стала зеленого цвета. Итак, давайте сравним сейчас, сколько нужно будет других элементов более крупных,
Для того, чтобы заполнить эту фигуру. Надо придумать еще, как это сделать на самом деле. Раз. Да, это вот логическая задача уже у нас какая-то пошла. Хоп. И смотрите, вся фигура стала красной. Сдвигаем и пробуем то же самое сделать с ромбами. А другие элементы у меня остались в пакетике. Ну, я думаю, логику вы выполнения задания поняли. И не будете меня очень осуждать. Зато кто вам еще сделает такую голубую бабочку? Итак, идемте дальше, посмотрим еще одно упражнение. Вам оно понравится. Итак, друзья, теперь давайте изучим состав числа с помощью колец. Итак, цифра 1. Одно оранжевое кольцо. Выглядит вот таким образом. А 2. Здесь мы уже соединяем с вами. Пум. Цифра 2. Вот так вот мы можем работать составом числа. Если у нас будут еще специальные весы, о которых мы поговорим в следующих видео, это будет еще намного интереснее. Итак, далее мы можем все это дело соединить, ведь у нас с вами теперь поделился цвет, да, и у нас уже будет такое интересное множество. Вот такая штука получилась. Теперь давайте сосчитаем, сколько у нас всего. 1 плюс 2 плюс 3. Если вот для этого подсчета нам понадобятся весы, это будет просто супер занятие. А вы будете просто супер педагогом. Итак, у нас осталось последнее занятие. Я не буду вам показывать каждое. Почему? Да потому что я знаю, когда приходит новый набор в учебное заведение, какой кайф его распаковать и открыть что-то новое для себя. Зачем я буду спойлерить? Поэтому последнее упражнение и будем заканчивать. Итак, друзья, давайте сейчас поработаем со спиннерами. У нас есть 3 штуки. Один показывает цвет чаши, с которой работаем. Другой предмет, с которым мы работаем, в том числе цвет этого предмета. И количество, собственно, которое мы должны взять. Начинаем вращать. У нас останавливается волчок на зеленом. Далее вращаем. В зеленую чашу мы помещаем желтые ромбы. Количество 1. Если детки маленькие, мы точно так же, как в предыдущем видео, наклеиваем полосочки, там обозначаем, что значит 1, 2 или 3. Дети сперва делают первую операцию, сопоставляя, да, то есть количество и цифру, и потом помещают в нужную, собственно, нам чашечку. У нас зеленый, желтый ромб, зеленую чашку, одна штука. Дальше, второй раз пробуем вращать. Хоп, синий. В синюю чашу, желтый ромб и количество, давай больше одного, 4. Раз, два, три, в синюю чашу мы помещаем. Не хватило, вот отсюда взяли, сюда поместили. Вот у меня, кстати, есть. Все. А таким образом работаем со спиннерами. Здесь просто вам интерактивности добавляют, а детям с ними работать нравится. Просто вот это само движение, то, что вращается, то, что ты не знаешь, какую чашку, что ты поместишь. Если это... будет одна чаша принадлежать группе детей, да, они будут ждать, когда же каждая из них повращается, каждый свой спиннер. Тогда мы можем и с тремя детьми одновременно работать. То есть работа в подгруппах классно тут заходит. Поэтому я только после работы вот такой легкой, которую ознакомительную провел, посмотрел на эти наборы, понял, почему моя супруга сказала, что этот набор достоин того, чтобы на него обратили внимание, почему она захотела, чтобы для ее педагогической деятельности я его приобрел. Итак, друзья, казалось бы, с точки зрения мальчика, да, который любит интерактивные технологии, такой набор, и действительно, я бы прошел мимо него, если бы не замечание моей супруги, у которой есть педагогическое образование, которое все-таки считает, что развитие первоначальных навыков, да, оно очень важно и формирует личность. Вот в данном случае она была права, и спасибо ей огромное. Я показал вам этот набор. Решение, классный он или не классный, принимать каждому из вас. Наша задача была познакомить вас с этим решением, показать его качество, а дальше дело за вами. С вами был Александр и канал «Есть вопрос».
Пишите свои комментарии, оставляйте замечания, ставьте лайки или дизлайки, не сидите просто так. И мы снимем новое видео и увидимся с вами чуть позже. Пока!